В этом видео мы покажем пример установки GPS-трекера GPSM U9 на электросамокат Crosser T4 Turbo. Данный самокат оснащен мощным электромотором на 1500 Вт с максимальной скоростью 60 км в час и запасом хода до 55 км. Для установки GPS-трекера необходимо померить напряжение аккумулятора. Мультиметр показал 60 Вольт. Так как GPS-трекер GPSM U9 работает от 9 до 36 Вольт, необходима установка понижающего преобразователя напряжения на 12 Вольт. Далее процесс монтажа GPS-трекера. Укладываем провода и фиксируем стяжками. Устанавливаем GPS-трекер в удобном месте. Для того, чтобы предотвратить несанкционирование снятия GPS-трекера, устанавливается специальный датчик вскрытия панели. В случае снятия панели вам мгновенно придет уведомление на смартфон через мобильное приложение. В мобильном приложении за самокатом можно следить в реальном времени, отслеживать скорость, пробег, число стоянок, остановок, сохранять маршруты и историю передвижений, получать уведомления. Одним кликом можно экспортировать отчет в PDF за выбранную дату. Данные хранятся один год. Теперь перейдем к веб-интерфейсу. Также можно контролировать онлайн-местоположение электросамоката, строить трек на карте за определенный период времени, на котором отображается пробег, маркеры стоянок и остановок. Есть возможность создавать отчеты с детальной статистикой по поездкам. Доступна функция «Геозон». Можно отметить на карте интересующие объекты или территории. При въезде или выезде через эти геозоны вам будет приходить уведомление. Переходите на наш сайт GPSM.ua, ссылка в описании. Ознакомьтесь с описанием товара и возможностями программного обеспечения Local GPSM. Заказы отправляем новой почтой. Также есть самовывоз в Киеве. По всем вопросам установки GPS-трекера обращайтесь к нашим менеджерам. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые ролики.